Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Линс Гейм, и мы сегодня будем играть Brawl Stars. Я подниму 1000 кубков до нашего Брока Барсука. Я переводчик делал, то вот было такое. Я вам столько скопил наград, вот. Это еще не все, я до конца буду, пока не кончится Бравл Пас, вот. Ну, я думаю, до 50-го я дойду, а больше не дойду до 60-го. И мне надо обязательно выбить все эпики, все рары и все сверхредкие, все рар. Окей, погнали, погнали теперь катку. Вот, я возьму Барли. Вот, так что вам это момент быстро, а для меня это минута. Плюс 8 кубков. Вот, я, ребят, подумал, что давайте я заберу Джесси. Хорошо, забрал награды. Так, давайте нашего прокачаем Буллиссимо. Так, ящик. И наш новый боец Джесси, вот. Я апну Джесси, ну, попытаюсь апнуть, вот. Так, забираем скин. Что с Джином, я не понимаю. Наша рок-звезда Джин. Хорошо, и я теперь буду играть, вот. За Джесси, нового бойца. Давайте я прокачаю Буллиссимо. И вот. Я пошел играть за Джесси. Так что, удачи с просмотром. Плюс еще одна катка, 8 кубков. И еще плюс одна катка. И еще плюс одна катка. Ребят, давайте я вам покажу геймплей. Вот. Ну, тут маленькие кубки, наверное. Вам не так будет интересно, но я не знаю, как вам лучше. Спасибо за самое первое видео, что так много просмотров набрали. Очень вам спасибо. Почему вы лайки не ставите? Почему? Это очень важно. Почему? Давай, моя турель добивай всех. Вот такая у меня турелька. Хорошая. Да? Да. Забил красный гол. Вот. Блин, ну не знаю как. Ну все, забили гол. КГМ забивает гол. Катка, да? Да. Давайте. Подождите, ребят. Вот я уже подбор противников. Надо было немножко подождать. Вот. Так. Почему они нас зажимают? Почему? Давай. Вот, забил гол. Давай мне мяч. Ну. Ну, так нечестно. Во. Я две вам катки показал. Теперь будем делать контентом. И еще одна плюс катка. Вот, плюс еще одна катка. Давайте мы последние катки сыграем. Только со мной, вот. Не будет никаких пауз, вот. Если выпадет новый бравлер, то мы его затестим и попробуем с ним поиграть, вот. Такой крутой мне контент, давай, пас. На ней, давай. Почему отказалась? Ты же анонимный, ты же хорошая тетя. Да, мы тебя отвлекли. И ты теперь нам забила гол. Красный дракон, давай. Оп, оп. Давай. Еще раз. О, вот.
кончили катку. Так. Вот. И еще последняя катка. Погнали. Вот, мы сегодня за видос апнули 100 кубков. Ну, кроме этих пауз, вот. Да. Красный дракон. Оп. О, хорошо, что Кольт отошел. Ну, вот так всегда в кучку все идут боты. Давай. Нет, тебе не получилось сделать трикшот. Ты очень промахнулся. И наш последний гол. И у нас что? Правильно, 1000 кубков. Вот. Наши кубки. Опа-па. Вот. Давайте забирать награды. 50 монет. Давайте скинем на Джесси. Вы хоть раз видели 4 предмета в бигбоксе? Странновато. Так, вот наше событие. О, 30-е. 30-е мы разблокировали. Ого. Хорошо, пошли дальше. Давай я прокачаю. Теперь еще Джесси. Так, и наш новый боец Брок. Вот. Вот наш Брок. Давайте прокачаем Джесси. И Булиссимо. Я открою одну награду. Ну, хорошо, одну награду открыли. Ничего не выпало, хорошо. Вот наш Брок. Я, кстати, копить буду. Для этого у меня и бравлеры не падают. Хорошо. Пошли, откроем Бравл Пасс. 10 гемов. Так, Брок. Так, Булиссимо. Эль Примо! Хорошо. Пошли открывать золото. Нехай Эль Примо у нас прокачается. У меня с 5 предметов падает что-то или нет? Так, наш Эль Примыч. И Карл. Новый боец Карл. Хорошо. Теперь у нас бигбокс пока что рулит. Так. О, Карл прокачался. 6 предметов. Кто-то новый. И Поко. Хорошо, Поко. Пошли открывать награды. Так, гемасики. Новый боец Роза. Хорошо. Давайте дооткрываем награды. Роза, прокачайся. Вот наша новый боец Роза. Так. Ну, ничего. Хорошо, хоть что-то разблокировали. Оу, ну я не буду скин, конечно, покупать. 2000 монет, да. И сколько новых бравлеров за этот выпуск? Вот, это было наше открытие. Первое открытие, очень сочное. И мы открыли всех редких, это обязательно. Этим Бравл Пассе я буду теперь только открывать... Теперь будете ждать новое открытие Бравл Пасса. Будете ждать, да. И вот. Сколько бравлеров выпало? Давайте их прокачаем. Так, Поко. Вот, прокачали Эль Примо. Прокачаем всех тут по максимуму. Как мы всех прокачали. Так. И Кольта. Вот. Вот так мы и открыли Бравл Пасс.
Вот. Сколько бравлеров новых? 4 новых бравлера за один выпуск. Вот. Жалко, что все выпали. У нас выпадены. Редкие было очень интересно подкрывать. Вот. Всегда моргала, я думала, что что-то крутое точно не будет дропаться. У нас и так эпики еще не открыто. Надо будет эпики открыть. Очень много выпало. Очень много. Поко. Вот наш Поко. Роза выпала. Роза. Карл. Эль Примо. Видеоролик подходит к концу. Всем, ребят, пока. И всем удачи, и всем пока! И не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан. Вот.